Вау, ты смотри, опять скрепы. Второй. Повторка. У компота новый ошейник. Красивенький. Он тебе палец кусал? Да. Всем привет, ребята. У меня сегодня челлендж со скрепышами и дротиками. За Лизуньку болеет кот Компот. А делать она будет вот что. Мы подготовили 15 шариков, в которых лежат 13 скрепышей. 3 шарика пустые и один бонусный. Вау. В нем лежит сразу 2 скрепыша. Комбо! И у тебя будет всего 10 попыток. Посмотрим, сколько Лизунька поймает скрепышей. Ребята, как вы думаете, сколько скрепышей я сегодня соберу? И лопнет ли Лизунька двойной бонусный шарик с 2 скрепышами? Голосуйте тут. А сейчас я хочу рассказать вам про новый детский канал Лялькин Лайф. Вас ждут крутые и веселые челленджи и влоги. Девчонка-блогер очень здорово ведет свой канал и не даст вам заскучать. Ссылка будет в описании. Начинаем? Да. Готово? Да. Расстояние порядочное. Первый пошел. О, ух ты! Ты молодец! Сразу 2, сразу комбо. Давай открывай, сразу открывай. Вот это Лизунька молодец. Компоту тоже интересно, кто же нам попался. Так, у нас, не помню, у нас есть такой. Ага, маленький целовалкин. Вот Компот, смотри, он хочет тебя поцеловать. А, Компот хочет его сгрызть. Не надо, Компотик. Так, первый. Второй. И второй. Повторка. Влюблённый! Ух ты! У нас такого еще нет. Класс. Это мой любимый эмоджи. Смотри, Компот. Будешь такого грызть? Нет. Вот это. О, Вася плюс Муся. Первая попытка очень удачная. Центральный прям попала. Ты... Ой, дротик остался висеть. Да. Ну, давай. Следующий. Дорожка нет. А-а-а! Мимо. Попытка номер 3. Так, давай. Вау, ух ты, повезло. Открываем. Так, открываю. Компот, какой у тебя прогноз? Повторка или нет? Повторка или нет? Повторка в наушниках. В наушниках у нас уже такой есть. Вот он, в центре. Угу. Компот. Эх, какой ты в цветной метилась? Да. 5-я попытка. Компот вышел из домика. Давай. Вау, ты смотри, опять скрепы. Класс. Компотик, смотри. Компот, твоя поддержка как никогда кстати. Так, и что тут у нас? Что тут у нас? Компот у нас. А у вас? Зомби. Вау. Полупрозрачный. Класс. Прикольный. Мне эти сказали. Компотус. Класс. Попытка номер 6. Вау. Ты смотри, опять скрепыш. Везет. Молодец. Ну ты меткачка. Компот, смотри, опять темненький пакетик. Давай открывай скорей. И? Единорожка. Единорожка? У нас уже 2 единорожки. Это будет 3-я. Ну, прикольная. Прикольная. Попытка 7-я. Так. Куда целимся? Почти что в центр. Попала. Уже попавший в лопнувший. Ух ты, этот не лопнул. Попытка номер 8. Так.
что такое? 9! Ура! Я опять со скрепышем! Класс! Открываем. Осталась одна попытка, а у нас уже 5 скрепышей и 6. Интересно, попадет ли Лизунька в 7 скрепыш или попадется ей пустой шарик? Зомби. О, зомби, я вижу, ага. Повторка. Решающий удар. Ну давай, давай. Ура! Лизуха попала. И пустой шарик. Ничего здесь нет. Осталось у нас 7 шариков. 8. Нет. Осталось 9 шариков. И 7 скрепышей. Какие они будут, вы узнаете в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и всем пока! Ha ha ha.